Ну, что мы можем сказать еще по поводу Апимондии? Это мы только были там, где инвентарь, да? Еще вообще она располагается, по-моему, на 5 или 6 этажах. Около 5-7 залов проходит одновременные конференции или какая-то информация. Или какая-то информация о пчеловодстве или апитерапии, у нас даже нету сил туда добраться. Вот. Поэтому мы будем подходить к концу нашего видео. И сейчас последним блоком будет цены на мед. Да, здесь вот в этом палатке, или так сказать, шатре, выставка меда. И мы пойдем сейчас посмотрим цены на мед. Почем же ж они в Турции, да? Не скажу, что в Европе, да, потому что Турция еще не в ЕС, но, ну, в общем, здесь, вот тут медовые, мед из каштана, ну, а что нет, каштан цветет же, да? Так, напоминаю, лира это, ну, умножайте 7,58 евро на 30, приблизительно 31, и доллар почти там, ну, 26,50, да, допустим. Упаковочка шикарная, смотри. А, это опять-таки стики, да? А ну, открой. Это просто упаковка получается. Просто баночка. Ну, пойдем поспрашаем. Ну, вот, допустим, без заморочек, самое обычное. Какой-то мед. Спроси. Это пол-литровая, да? Да, сейчас. 100 лир. 100 лир. А вот из этого? Что? Кукачи. А, гранат я вижу, или что? Цибуля какая-то нарисована. Каштан. Это обычный. Каштан был. Каштан. Каштан. 100 лир. 100 лир каштановый мед. Это 750 гривен. 750 гривен стоит мед. Пол-литра. Каштана, правда. Ладно, что-нибудь попроще поищем. Ну, это теперь простой. Ну, я же, да, говорю, что попроще. Ну, каштан что-то. А вот, с разным... Вот прайс. Не, вот здесь. А, это такой же, да? Да, это Забрус. Забрус. А вот спрайс. How much? How much? Excuse me, you speak English? Yes, yes. Забрус. Ну, походу разнотравие, да? Sorry, excuse me. I'm ага, сотовый. А простой, ну. С колоды? Ага, это сотовый мед. $250 Такой вот с колоды мед. 250 лир. Я как бы вообще в шоке, если честно, от цен. Но 250 лир, чтобы вы понимали, ну, допустим, на 8, если умножить, это почти 2000 гривен, пол-литровая баночка. How much? 100. Этот 100 лир. Ну, 100 лир, да, пол-литровая. Ну, это мы пол-литра, да? Спасибо, ой, thank you. Sorry, sorry. А ну, спроси. 100 лир, 800 гривен пол-литра. У нас за 800 гривен... 2-3-литровые, 3-литровые можно быть, наверное. 50 лет, да? 80. Ну, 80 лир, но все равно, вы видите, ну, 80 лир, это 500 гривен, 600.
И люди как бы, я думаю, поторговались бы, может 10 лир бы нам выступили, но они особо тут, не вижу я там, что они заморочены, что они его не продадут. Так, ну давай посмотрим еще, может как-то кто-то интересно упакован, представлен. Вот, сколько стоит сотовый? Сотовый. Давай, просто вот, how much is this? How much? 15 лир. Ну, как бы, никуда не шло, да? Куда не шло. 15 лир это 120 гривен, да? Ну, 100 гривен. 100 гривен. Уже легче. Ну, может, мы попали, может, там какой-то мед волшебный. Давайте еще поспрашиваем. А вот вообще, это что такое? Думаешь, это мед? Ну, если это мед, это мега круто упакован. Здесь из хани? Здесь из хани? 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 How much is it? 170 лир. 170 лир. 3 килограмма, да? Да. А баночку спроси. 3 килограмма, 170 лир. 170. Ну, почти 1500 гривен. Ну, конечно, круто упаковано. Ну, не 1500. Конечно. А спроси баночку сколько стоит. How much is it? 40 лир. Ну вот цены пошли спускаться, да? 40 лир это 300 гривен пол-литра. Ну 300 гривен пол-литра. А сколько у нас пол-литра стоит? 100 сотню? 75? Так, а вот. Интересная упаковка. Мед в коробке. Шо-шо? Ага. Да, с колоды достали, сразу выполнили это. А ну, дай попробую. Сейчас попробуем этот мед, скажу вам, что по вкусу. А можно ложечку? Полезем пальцем. Но, как наш самый, если честно, как наш самый, не подсолнух, а какой-то не очень разнотравие, которое не очень пахучее. Ну, не очень, я скажу. Так, а вот давай сейчас спросим здесь. How much this? Yes. How much? How much? What price, how much? 30 Turkish lira. Turkish lira, 30 лир. Thank you. Разнотравье тут проходит. Ага. Покажи, бейкон. Ага. 30 лир уже. Стамбул, Кантри, Бейкл. Шо там? 30 лир, 240 гривен. Ну, это уже полегче. А то, что вообще... Полегче, да. Ну, давай не упакованы. How much is this? А зима? 130 лир. 120? А он здесь? It's like this. Да, ну давайте попробуем. Сейчас будем. Here. Ага. This one. This is that one. You can try this one. Не могу сказать. Я понял. Okay. You can try this one. Пробуй. 60 раз. Ну вот этот вкусный вообще. А вот здесь. It's Rotterdam Ron. This one. Да. Ага, Ron. Ну вот, все понятно. Аромат безумный. Rose. Здесь. That one is mixed by everything. Mix. Ah, yep. Это микс. Шалена микс. It's better, I think.
60 Turkish liras for like this. Короче, микс. Каждый у себя отбирает это. Вот плохо, да. Что-то вот каждый у себя преподнес, что-то отобрал, и ничего не понятно вообще. Ни аромата, ничего нету. Rose, how much with this? This is... That's not rose, actually. That's Rododendron drone, this one. How much? 130 liras for 1 kilogram, like this. This is 60 for 1 kilogram. This one is chestnut also. Yes. Ah, photo. This one. Каштан. Ну это каштан. Если честно, ужасно. Попробуй. Да попробуй. И потом розу попробуй. Хомно такое. Извините. Но с каштана не вкусно, а вот с розой. Ну, с розой я очень понравился. Ну вот, thank you. Короче, я скажу еще один момент. Мне, допустим, каштан понравился. Он говорит, сырчинка какая-то. Ну, роза ароматная очень. Да, в банках, ну, сотового меда очень много у них, сотового меда. Фисташки. Наконец-то нормальные фисташки. Это не то, что фисташки. Это фисташки, ну вот так вот упаковываются люди. Вот такие вот цены в Европе. Так, а мы, наверное, уже будем с вами прощаться. Так, зашли мы в магазин еще, и вот сотовый мед в рамках. Ну, или вот так вот продается у них мед. Какие-то ценники стоят. Нам продавец сказал, что 1 килограмм... А, это вес 2-300, кило стоит 5 лир. 50 лир кило? Ну вот. 50 лир кило, то есть 1 килограмм, ничего себе. То есть там 2-300, допустим, рамка 2 килограмма, это 100 лир. Рамка 800 гривен. Вы бы хотели продавать рамку с сотовым медом по 800 гривен? Думаю, каждый бы человек был бы рад. Вот так вот стоит мед в Европе.